Их рабочий день может начаться ранним утром и закончиться поздней ночью, ведь на любое обращение о помощи надо реагировать оперативно. Деятельность участкового – это не только решение конфликтов и предотвращение преступлений на вверенной территории. Полицейские проводят профилактические беседы с населением, своего рода они психологи общества. Выбрать лучшего может любой житель региона. 11 сентября на сайте областного управления МВД стартует голосование. Смогут узнать о том, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений граждан им рассмотрено, каковы его достижения, как его характеризуют коллеги и граждане. Таким образом, населению будет предоставлена возможность выбрать победителя первого этапа конкурса каждого территориального органа МВД России на районном уровне. Конкурс «Народный участковый» пройдет в три этапа – районный, областной и федеральный. От нашего региона на почетное звание претендуют 42 человека. Данная акция должна способствовать повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формирование позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции. Победители первого районного этапа конкурса станут известны в конце сентября, а уже 6 октября стартует областной тур. Лучшего из лучших также предстоит выбрать жителям региона.